Всем привет! Привет! Ретрит уже начался, и первый день сегодня. Он начался у нас с пастырского семинара. Привет! 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 Не отходи далеко, давай к нам. Где ты сейчас находишься? Я нахожусь в первый день как бы на ретрите на пастырском семинаре, который сделан для того, чтобы формировать команду, как бы обучение, формирование команды, для того, чтобы те, кто поставлены лидерами, они как бы умели ставить цели для своих как бы ребят и формировать здоровое служение. И мы идем на регистрацию. Здрасте. Чем вы тут занимаетесь? Регистрация. А что значит разноцветные браслетики? Это каждый день любой браслетик. А вот такой? Это значит, что мы в команде. Мы в команде. А вы уверены, что они русскоговорящие? Я не знаю английский. Здрасте. Здрасте. О, здрасте. 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 Как вам тут? Отлично. Отлично. Что вы ожидаете от сегодняшнего дня? Как минимум допить кофе. Девушка, вы откуда? В еврейской. Okay. Еврейская община, значит, надо отвечать вопросом на вопрос. Тем более, что вы в Одессе, в прекрасном городе. Покаяние – это очень простое слово. Это говорится о том, чтобы измениться в разуме. We do it every day. Мы это делаем каждый день. You change your mind every day. Вы меняете свое мнение каждый раз. До встречи в следующем выпуске.